Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. На Дніпропетровщині створили Асоціацію аграріїв Придніпров'я. Про умови вступу та переваги членства сьогодні будемо говорити разом з нашими спікерами. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» голова Асоціації аграріїв Придніпров'я Віталій Старишко та співзасновники Асоціації Юрій Шарапаєв та Микола Маловік. Я вас вітаю в нашому прес-центрі. Для початку хочеться почути особисту думку кожного з вас, чому взагалі виникла необхідність створення в області Асоціації аграріїв Придніпров'я, які були мотиви, що цьому передувало. Пане Микола, давайте почнемо з вас. В першу чергу, це допомога аграріям, тому що ми самі являємося аграріями. Допомога в розвитку і в захисті, і в усіх сферах, в усіх направленнях. Пане Юрію, можливо, є що доповнити? Які мотиви, на вашу думку, спонукали до створення такої організації? Ну, на самом деле, ми не первооткрыватели подобной ассоциации, уже довольно таки давно существует и у нас в регионе, и в Украине, но основываясь на нашем большом опыте, мы сталкивались, сотрудничали, работали со многими ассоциациями уже долгий период времени, и хотелось бы вывести ее на такой уровень, чтобы не только помогать аграриям во всех, скажем так, аспектах, но и предотвращать все проблемы, с которыми они могут сталкиваться в дальнейшем. Пане Віталію, ви як голова асоціації, я думаю, вам є те, що сказати, які ж були мотиви для створення громадської організації саме для фермерів? Ну, мотив у нас, ми хотим как бы до всіх аграріїв донести о том, що аграрій один, он как бы йому тяжело на сьогоднішній день в нашій стране з нашими, ну, как бы не совсем корректными законами. И мы хотим создать специально для того, чтобы объединиться, то есть быть большой семьей, и, соответственно, чтобы мы могли юридически и физически помогать аграриям Украины. На початку я сказала, що будемо сьогодні говорити про умови вступу та переваги членства. Отже, пропоную далеко не відтягувати. Розкажіть, хто і як може вступити до вашої організації, які привілеї отримають новоспечені члени цієї асоціації. Так, пане Віталію, будь ласка. До асоціації можуть вступити сільхозвиробники, які зареєстровані, які працюють з НДСом, которые показывают, платят налоги для того, чтобы не просто там в черную работали, как бы аграрии не платили, а чтобы они платили в бюджет страны, чтобы мы могли пополнять бюджет. И, соответственно, наши партнеры могут вступить в ассоциацию. Это люди, у которых бизнес связан с сельским хозяйством. То есть, соответственно, разная отрасль есть. И люди, кому будем полезны мы в этой ассоциации, мы сможем, то есть, помочь. Що зробити для того, щоб приєднатися до вас? Куди звертатися, де шукати інформацію? У нас на сьогоднішній день вже працює сайт. У нас є Асоціація аграрії Придніпров'я. У нас працюють странички в Фейсбуці, в Інстаграмі, в Ютубі. У нас є адміністратор асоціації. Там можна на сайті оставити свою заявку, можна зазвонитися з адміністратором. Есть телефоны, у нас есть в городе Днепр офис, находящийся на улице Харьковской 3, можно в любое время туда приехать и, соответственно, зарегистрироваться. Есть договор, который мы можем сбросить на электронную почту каждому участнику ассоциации. Он может его изучить, прочитать. Если есть какие-то вопросы, мы можем на них ответить как в письменной, так и в устной форме. Ну вот, как-то так. Розкажіть, на що буде направлена ваша діяльність, чим будете займатися, і, можливо, вже є плани на найближчий період?
будь ласка, до питання теж до кожного з вас, можливо, є кожному що сказати. Ну, я би доповнив по поводу вступления в ассоциацию. Как на примере западных компаний, все участники, которые изъявят желание вступить в ассоциацию, будут проходить определенный алгоритм проверки, так называемой аккредитации. Так как ассоциация, мы лично будем нести ответственность перед аграриями, перед партнерами, перед практически всеми участниками ассоциации касательно сделки. Поэтому мы будем проверять, отсекать те компании, которые имеют знаки эффективности, как вот Виталий Иванович сказал, именно юридически обоснованные и уже имеют какой-то авторитет в деятельности и вообще, в принципе, существования в Украине. Тобто, щоб потрапити, потрібно буде мати при собі ще якісь от, ну, скажімо, так, наша внутрішня перевірка безпечності. Ну, то есть, сейчас перед сотрудничеством все проверяют друг друга, так как это сделки идут НДСные, существует риск возврата НДС, то есть налоговая проверяет. То есть у нас тоже будут службы безопасности проверять, отсекать такие компании. И, как я говорил изначально, для того, чтобы предотвращать какие-либо проблемы, какие могут возникнуть у агрария в каком-то районе. То есть если смотреть в целом Днепропетровскую область в разрезе Украины, то есть Днепропетровская область состоит из большей части средних мелких аграриев. То есть у нас нет большого количества холдингов. Поэтому в каждом районе временами появляются какие-то компании, которые осуществляют продажу продукции, либо закупку той сельхозпродукции, которую аграрии производят. А во многих случаях это бывают мошеннические схемы. Поэтому для того, чтобы это все предотвращать, мы это будем гарантировать и нести тщательную проверку и ответственность не только как ассоциация, но и свою личную. То есть это вопрос репутации в первую очередь. Дякую за відповідь. Повертаючись до питання про діяльність, розкажіть більш детально, чим будете займатися. Пане Миколо, можливо, ви розпочнете. Ну, почнемо з того, що у нас буде юридичний відділ, і це найперше те, що на даний момент потрібно аграріям, тому що не в усіх малих та середніх є юридичний відділ, і вони так не перевіряють своїх контрагентів і так і всякі свої договори. І можуть вже, повторяємося, бути така ситуація, що і ми самі були не раз в таких ситуаціях, коли оплатили добрива чи дизельне пальне, а по суті заплатили за повітря. Нам нічого не привезли, тільки документи, потім ті фірми нема. От почнемо з цього, це найперше, недобросовісні контрагенти. В цьому бізнес, агробізнес розвивається швидко, і на цьому фоні дуже багато мошенників. Дійсно, пане Віталію, ви зазначили, що буде юридичний та фізичний захист. Що мається на увазі от саме під цим фізичним захистом? Фізичний захист на сьогоднішній день є, як правильно сказав Ніколай, є різні ситуації у аграріїв. И существуют рейдерские захваты, у фермеров могут просто-напросто неизвестные люди им забирать урожаи, забирать там землю, забирать там технику и всего остального. У нас существует, есть наши партнеры, охранное агентство «Леон». Оно будет, соответственно, помогать в этом направлении. І ми будемо предоставляти услуги охрани. А на найближчий період вже є якісь плани саме от конкретні? Ну, слава Богу, дай Бог, щоб їх і не було, цих всяких негаразд, як говориться. Ну, на сьогоднішній день как бы, ніхто не обращався, ніхто нічого не говорив. І дай Бог, щоб їх і не було. От этого мы не преследуем здесь, чтобы они были. Мы преследуем, чтобы их просто-напросто их не было. И предотвратить это все. Пане Юрію, будь ласка. По регламенту деятельности основной акцент мы все-таки в первую очередь будем ставить на автоматизацию всех процессов.
те, которые еще не дошли до дальних, скажем так, фермеров. В частности, это электронный документооборот, это быстрый процесс аккредитации. Почему? Потому что время, к сожалению, идет, бежит впереди агрария. В некоторых случаях из-за того, что старые системы обучения бухгалтеров, которые находятся в сельхозпредприятиях, когда желаемая цена есть на продажу какой-то продукции, на аккредитацию для того, чтобы продать товар трейдеру, уходит несколько дней, а за эти дни цена уже меняется, и уже, в принципе, фермер это не успевает делать. Но уже, в принципе, практически также рассматривается процесс финансирования. Вот есть, допустим, стартапы, как Агрифинансы, там, где удаленно можно заполнить три поля и получить предложение от 5-6 банков на финансирование. То есть, к сожалению, еще не все до этого дошли, потому что, к сожалению, не у всех есть время на обучение, на получение информации, на развитие и тому подобное. Плюс ко всему, учитывая, наверное, все-таки наш долгий опыт общения с фермерами, мы еще на пороге создания, еще не начали деятельность, мы уже на сегодняшний день имеем аграриев, которые насчитывают банк земли более 50 тысяч гектаров. Это довольно-таки существенное количество, и оно будет прибавляться. Мы выйдем в разы, сравнивая себя с большим холдингом, а холдинг – это банк земли, который привлекает всех участников рынка. Плюс ко всему, мы все-таки будем стараться сделать так, чтобы вывести с данного аспекта посредников, а непосредственно сводить агрария с конечным потребителем, производителем, либо иностранным трейдером. Продовжуємо одразу з цю тему. Взагалі, які проблеми аграріїв саме от в країні 2021 року ви б могли ще виокремити? У нас нерегулюємий ринок. Аграрій не може бачити ціну, він должен сам оприділитися. Це як от сьогодні, наприклад, ціна 8 тисяч на любу з продукції, наприклад. А завтра вона може бути 7,5, а післязавтра може бути 8,900. І ми повинні допомогти наперед предсказати йому, коли продати, коли придержати, коли цей, щоб аграрій змог більше заробити. Це одне із таких першочередних. Можливо, є що доповнити? Да, є що доповнити. Тобто Николай правильно сказав о том, що ми хотімо просто-напросто більше увідомити фермера, щоб він більше общався з трейдером, більше общався напряму з производителем той продукцію, куди він її продає. Тобто, щоб менше було вот этих, одним словом, прокладок, які просто-напросто хочуть заробляти гроші і нічого при цьому не робити. То есть мы преследуем аграрий, чтобы работал напрямую с производителем, то есть той или иной продукции. Дякую за відповідь. До речі, пан Юрій, він зазначив, що такі асоціації в Україні, вони не є новинкою, скажімо так, аналогічні, громадські організації вже існують. Чи плануєте ви якось з ними комунікувати? Ми відкриті к общению ко всім ассоциациям, структурам, но, опять же, повторюсь, для того, чтобы сотрудничать и вести какую-либо коммерческую деятельность, мы будем делать тщательный отбор. Для того, чтобы, так как мы отвечаем за тех, кого мы в ассоциацию включаем, принимаем решение для включения. Поэтому обмениваться опытом, информацией, это, я думаю, совершенно правильно, и не только с ассоциациями, но и в целом со всеми структурами существующими, с властями и, в принципе, привести пример по ценообразованию, если смотреть. К сожалению, я как бывший трейдер скажу, что декларативные цены у всех значительно отличаются от фактических. Поэтому, наверное, тоже еще одна из целей ассоциации – это все-таки пробовать за счет объема выходить непосредственно на трейдинг без представителей трейдеров в Украине, то есть непосредственно на западные экспортеры, то есть учить агрария
работать по экспортным контрактам. Потому что вот именно Днепропетровская область почему-то она самая остающаяся касательно экспортных контрактов. Яким чином ви плануєте висвітлювати діяльність організації? Ви вже зазначали також про створення сайту. Чи буде на ньому розміщуватися вся інформація? Ну, в отличие от многих, наверное, существующих ассоциаций, мы хотим сделать регламент постоянной коммуникации с нашими участниками. Это будет режим Zoom, как минимум раз в неделю, постоянные встречи, обмен информацией и обнародование ее на наших всех ресурсах, которые мы имеем. Плюс ко всему дополнять, наверное, всеми инструментами теми, в которых нуждается аграрий. То есть мы на данный момент мы уже собрали очень широкий спектр услуг, практически самый, наверное, большой, который необходим для ведения бизнеса в целом в Украине, а для агрария в частности. Поэтому если какие-то мелочи будут недостающиеся, мы их будем дополнять на постоянной основе. Дякую за відповідь. Будь ласка, запитання журналістів. Скажіть, будь ласка, який це саме спектр послуг? Можете їх перерахувати? І які фахівці будуть прийматимуть у вашій асоціації? Ну, в частності, я буду відповідати за трейдинг, так як я більше 14 років працював в мультинаціональній компанії. І з 14-го року, коли вся Україна поміняла немножко законодательство і прийшла на закупку непосредственно товаропроизводителя, я отвечал за развитие взаимоотношений с товаропроизводителя с переработчиком. Спектр услуг на сегодняшний день, который мы уже представляем, это некоторые мы уже сказали, юридические услуги, нотариальные, физическая охрана, кредитование, финансирование, СЗР, семена, дизель, то есть ну, практически все, в чем нуждается аграрий. То есть у нас это на сегодняшний день есть, но мы представляем те компании, в которых мы уверены. Мы не навязываем, что надо работать именно с этими компаниями, которые мы представляем. Но при этом всем как бы для членов нашей ассоциации будут специальные условия сделать, то есть специальная цена, так как скажем так, мы превращаемся в большой банк земли, и у нас большие потребности как в закупке, так и в продаже товара, мы можем уже вести торги на любую линию продуктов. Поэтому я думаю, что здесь как бы для аграрии, уже находясь на месте, он будет получать выгодные условия и хорошие цены на всю продукцию. Скільки фахівців буде и які саме там юристи, адвокати? Уже сейчас есть у нас, да, у нас в партнер, ну, это партнерские организации, это юристы, адвокаты, консультанты с коммуникацией с властями, ну, общение, скажем так, с трейдерами, ну, плюс ко всему мы хотим все-таки охватить, в первую очередь, это будет Днепропетровская область, общение со всеми главами районов, которые непосредственно видят ситуацию, может быть, какая-то при поступлении любой негативной информации, мы будем реагировать, перепроверять ее и предотвращать какие-то действия, которые могут возникнуть в дальнейшем в аграрии и в целом регионе. Ще можна додати сюди інноваційні технології в аграрному бізнесі. Якщо будуть виникати питання якісь у самого аграрія по новим технологіям якимось, яких він не впевнений, і він може все время подзвонити і спитати, чи хтось вже із цієї організації щось робив, пробував, дане добриво, чи зрошення, чи ще щось, і він отримує відповідь. Одним словом, просто-напросто ділитися опитом, щоб аграрії в місті, правильно сказав Юрій, о том, що ми будемо проводити Zoom. Чому Zoom? Ми планували собрать наших аграриев, партнеров, собрать, но на сегодняшний день в мире и в нашей стране происходит COVID, и мы не можем этого сделать по этим причинам. И мы будем собирать людей, чтобы они видели друг друга, чтобы они слышали друг друга, чтобы они могли делиться своими опытами, чтобы более быть доступны друг другу.
чтобы у них был круг общения намного больше, чтобы он не общался у себя там, в своем районе там, со своими фермерами, он может общаться еще и с другими районами, с другими областями, и можно сказать, со всей Украиной, и делиться своими знаниями. Скажіть, чи потрібно робити якісь внески, аби долучитися до вашої команди? І скільки взагалі ви плануєте долучити? Чи є якась амбітна цифра? У нас ніякої нету цифри. Тобто все достатньо, вже ми не приймаємо учасників. Цієї цифри нету і не буде. Тобто ми розглядаємо о том, що великий банк землі, и, соответственно, партнеров, у которых, еще раз повторюсь, они связаны, у них бизнес с сельским хозяйством. То есть у нас нету, мы принимаем в ассоциацию всех, которые готовы участвовать в ней. А внески? Внески на сегодняшний день, внески есть для того, чтобы мы не преследуем заработка, как некоторые в Украине есть громадские организации для того, чтобы зарабатывать. Мы не преследуем заработок здесь. Мы преследуем, чтобы создать большую семью. Что касается внесков, внески есть для того, чтобы просто существовала ассоциация, чтобы мы могли платить за аренду офиса, там, бухгалтера и всего остального. Чисто минимально 1000 гривен в месяц. Дякую за відповіді. Пропоную завершувати нашу прес-конференцію. Час, на жаль, добіг кінця. Сьогодні була така гарна зустріч, гарне знайомство з вашою асоціацією. Що ж, на Дніпропетровщині створили асоціацію аграріїв Придніпров'я. Сьогодні його співзасновники та голова розповідали нам про те, як вступити в організацію, чим вона буде займатися і що забезпечувати членам цієї асоціації. Говорили разом з головою асоціації аграріїв Придніпров'я Віталієм Старишко та його співзасновниками Юрієм Шарапаєвим та Миколою Маловіком. Ще раз вдячні вам за наше спілкування. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!